Между Ярославлем и болгарским городом Бургасом подписано соглашение о сотрудничестве. Встреча мэров Владимира Слепцова и Димитра Николова состоялась в рамках Дней российской культуры в Болгарии. Творческое сотрудничество городов началось еще в 2015 году. Теперь вот Ярославль и Бургас решили укрепить отношения в сфере экономики и туризма. Они должны подтверждаться работой. Работа, которая позволит усилить экономический потенциал обоих городов, позволит усилить направление туристического потока как в Бургас, так и в Ярославле. Вот наша основная задача – эту работу воплотить, и тогда наши города, наши страны, Россия и Болгария, будут еще ближе. Стороны обсудили возможность авиасообщения между Бургасом и Ярославлем и даже строительство болгарского варианта колеса обозрения «Золотое кольцо», которое открылось недавно в нашем городе. В рамках фестиваля «Дни российской культуры» в Болгарии выступили ярославские творческие коллективы.